Дорогой дедушка, дорогой, как пишется, дорогой? Да, дорогой. Дорогой. А Ванька был безграмотный. А ну давай ты будешь писать. Давай. Одевай. Надевай, я тебе буду диктовать. На. На. Я тебе буду диктовать. Милый дедушка Константин Макарыч. Ты Ванька Жуков. Какой же у тебя дед? Пишешь? Милый дедушка Константин Макарович, забери меня отсюда. Сил нет, Христа Бога прошу тебя. Сил моих больше нет. Вчера... Пишешь? Вчера вечером был на концерте. Это про тебя. Места мне не досталось. Прости. Написал? Нет, пиши. Престижное. Престижное. Балкон, 9-й ряд у колонки. Подумал, ну, если хоть ничего не увижу, напьюсь. Видно, правда, было не шибко, но зато слышно хорошо. Теперь я слышу плохо. Деда, ты успеваешь? Деда, там на сцену вышел один артист из юмористического жанра и сказал такое слово, как тебе, чтоб ты записал, я не знаю, но такое слово сказал, ну... Когда я отцу молотком по пальцам-то шарахну, так отец тогда 3 слова таких сказал. А этот одно, но 3 раза. Причем первое слово. Деда, забери меня отсюда. А по телевизору, деда, пародист один. Набрал 1 000 000 и не знает, куда его девать. И все всех спрашивают, хочешь быть миллионером? Хочешь? А один ему, тихун тебе на язык. Миллиардером оказался. А еще там, деда, есть такая передача, алчность. Берут 25 тысяч и ну в морду тыкать. А народ не берет. Думают, больше дадут. А еще есть, деда, передача «Слабое звено». Ой, там людей спрашивают, кто из них самый тупой? И они таблички, это я знаю, без тебя. И они таблички, деда, поднимают. Мужики, конечно, баб там, Юля. А бабы мужиков, Николай. А кто последний остается, деда, тому приз. Просто некому сказать, что он самый тупой и остался. А других, деда, завезли на необитаемый остров. Жить дикарями. Остров-то стал необитаемый, как дикари увидели, кого завезли. Особенно одна тетка на прошлой неделе сказала, я, мол, не могу уже без мяса. Деда, на следующей неделе бизнесмен из Питера пропал.
А она такая тетка, довольная и сидит. Больше про мясо не мечтает. Деда, забери меня отсюда. Сил моих больше нет. За это убивать надо! Лёлик, только без рук!